Значит, видео поближе, второе видео, 20 ноября, укрытие с панбондом Розария. Значит, какие здесь еще проведены были меры? Вот эта часть у нас, она чаще, быстрее всего тает. Это находится вся под лавиной снега с крыши. То есть здесь у нас скат крыши. И вот эта часть у нас пригорает, поэтому я притянила сеткой туйки, изгородь из туи. Вот даже видно, что у них отличается размер, потому что здесь постоянно происходит выгорание туй. Так, а вот здесь у нас снег в большом количестве. И строить здесь какие-то конструкции смысла тоже нет, потому что все ломается. Поэтому просто лапник положили толстым слоем, укрыли все это спанбондом и перетопили плиточкой. То есть плитка тротуарная, куски какие-нибудь могут быть, кирпичи, камни, они не дают улететь спанбонду, когда начнутся порывы ветра. Вот, значит, все работы, часть туй, которые таких центральных, мы тоже укрыли притеняющей сеткой. Лаванду также мы прикрыли лапником и спанбондом. Вот, все работы завершены по Розарию.